эти мстители. Как он? Первый мститель мстители... противостояния. Да. Первый мститель противостояния. Первый мститель противостояния. Написано так вроде. Да. А так перетишись. Давай покажем. Кстати, я вчера один отзыв почитала. Вот у нас из 5 мая стартанули. Я смотрела, они, по-моему, с Казахстана, что ли, они тоже уже ходили, но вчера. Первый мститель противостояния. Да. Да. Первый мститель, вот они наши билетики. Кстати, сам зал прикольно, все нормально. Более-менее, то есть как бы. В том плане, что мне как с пузиком было более-менее удобно, хотя хотелось чуть-чуть покомфортнее. Кресла узкие. Да, то есть узковато. Вот. А так все, ой, все классно. Фильм шел опять сколько? 2:20, да, он шел. Ну, короче, больше 2 часов опять шел. Нет, в принципе, нормально. На один раз посмотреть вполне. Да, вообще. Вот даже там, кстати, вышли моложе нас, то есть скажете, вот что мы там какие-нибудь уже такие родители, которые семейные. Нет, как бы там даже вышли молодежь и сказали, что на один раз. Потому что вот они, эти мстители, они классные, когда вот сам по себе сюжет, там, Железный человек, там, какие-то части, там, про этого супергероя, это Америка, Капитан Америка, все. А когда вместе, уже у них такая каша началась, у них же вместе уже не первый фильм этот, там, где сражаются все. Это ладно, это фиг с ним, как бы вместе все супергерои. Причем я некоторых даже не знала, потому что я пропустила. Человек-муравей, который. Да, да, да. И там, кстати, фильмы прикололись над этим. А ты вообще, говорит, кто? Такой, да ёпарас, это вообще. То есть там, как бы, ну, многие, видимо, так прошли мимо него. Вот. А в этом фильме уже больше вот эти, как не знаю, психологические штучки, что ли. Когда вот такое начинается, мне вообще не нравится. То есть тут помимо того, что они каждый там по себе такой крутой, они начали друг с другом там... Спецэффекты, кстати, по минимуму вообще. Да, друг с другом начали драться, как-то противостоять друг другу, раз противостояние, да. И вот эта уже психология там, что там про родителей, что там тот уже знал, тот не знал. Не знает, что снять, а продолжение нужно. Вот то есть уже, да, не та фишка вот этих мстителей, что они там спасут весь мир, они крутые, что, не знаю, один там весь город вытащит на себе. Тут уже немножко совсем другую степь ушло. И когда вот эти вот у всех фильмов, у которых много-много-много продолжения, такое начинается, уже вот лично мне не очень интересно смотреть. Да, герои все те же. Не знаю, ну, все так же классно дерутся. У всех те же фишки, то, что и было раньше. Кто там? Никто сверхъестественными способностями за промежуток не начал владеть больше, не знаю. Нет, юмор есть. Смысл, в принципе, как бы такой есть, что-то мы пытались заложить. Смысл есть, когда Саша говорит, пытались заложить. Юмор есть. Вот это вот... Это чисто тут американская красота есть, то есть комиксы выдержаны. Человек-паук разбавляет здесь всю картину. Вообще, кстати, Человек-паука такого, ну, как сказать, по-русски ложка выбрали. Ну, это, не знаю, просто такой парень вообще. То есть сколько Человеков-пауков этих было, сколько там два героя, этот третий, он самый такой средненький. Вот, но он зато разбавляет всю картину, и он тоже юмор вносит, и это нормально как бы вот так включили, он хотя бы среди всех этих темных уже взрослых дядек, он нормально так разбавляет. Вот, так что разок посмотреть, что сейчас едем, там реклама на этом, на щите как раз этого фильма идет, что сегодня стартует. Вот, но в коллекцию добавлять не будем, то есть у нас есть определенная коллекция, там Саша собирает фильмы, которые классные, которые хочется пересматривать даже спустя несколько лет, так. И когда их смотришь, ты увидишь новый смысл, там что-то по-новому для себя открываешь. Тут как-то не хочется такое. Так. Загораживаю. И нет. Если бы мы, допустим, сходили на этот фильм, а потом на «Экипаж», то, может быть, нам больше понравилось. Вот после «Экипажа», как вот мы сходили, вот другие фильмы пока вообще в сравнении не... На порядке прям проигрывают. То есть прям хоть это, конечно, разные фильмы, разная направленность, разное все, ну, блин, ну вот «Экипаж» прям за душу, после, да, после «Экипажа» взял. Выходишь и прям, блин, прям думаешь, прям вот живешь как-то, вот интересно. А тут сходил, посмотрел, я через 5 минут уже забыл, фильм какой-то как бы так... Нет, из последних американских фильмов самый нормальный — это «Падение Лондона», из последних. То есть какую-то сегодня мы еще рекламу увидели, что будет... О, вот это обязательно посмотреть, «День независимости». Возвращение, что там, или... Ну, короче, это второй этап. Да. У нас было 20 лет, чтобы подготовиться, у них тоже. Вот на это я схожусь, там Уилл Смит еще будет все нормально сделать, тут, наверное, будет качественно. Так что вот, кто еще не сходил... Отговаривать точно не будем, смысла нет отговаривать.
себя скажу, что вот если бы я пошел в IMAX 3D, я бы пожалел денег. Так как мы пошли в 2D, подешевле, нормально, денег не жалко. Но вот за 3D я бы ни за что не покупал. Да, то есть там вот нету такого, чтобы они так сильно что-то разрушали или дрались, чтобы надо было быть там, как там, в фильме в этом. Нет, вообще, нет, да, они, там уже не спецэффект, там уже больше сильно, как ты говоришь, это психология пошла. Да. Так что, если вы поклонник этих фильмов, то, конечно, давай IMAX 3D идти по-любому. А если как бы так, чтобы посмотреть, то простого 2D будет более чем достаточно, либо дома. А вот на экипаж идти всем, кто еще не был. В IMAX 3D обязательно. Это шедевр просто вообще. Чтобы пережить все эти эмоции, посмотреть этот фильм. Мне кажется, кстати, на экипаж ни одного плохого отзыва не слышала. Он до сих пор идет, и до сих пор билеты по 380 рублей и так далее. А от разных поколений, от разных возрастов, от разных людей вообще, то есть... Абсолютно все разные, все просто в восторге. Сегодня экипаж стоит дороже, чем премьера этих Мстителей. Ну экипаж, вот, который вышел, куда уже стоит дороже сегодня, чем премьера. Сегодня премьера Мстителей. И он стоит дешевле. Ну, нет, это полностью оправдано, я согласен. И, кстати, еще падение Лондона тоже показывают на некоторых кинотеатрах. Ну, это таких, наверное, осталось где-то просто, да, что ли? Не, падение Лондона. Они же как смотрят фильм достойный, как бы если были рейтинги, то они его показывают дольше. Падение Лондона есть, экипаж вообще везде еще есть. Так что вот такой вот у нас отзыв, не знаю, как другие расскажут, у кого какое мнение. Так сколько по 5-бальной шкале? 3 с плюсом или 4 с минусом? Ну что-то такого, да. Да, где-то так. Ну как бы и тройку не поставишь, вот ничего. Вроде, ну классно, что красиво. Четверку с минусом, да, 4 с минусом. Я говорю, и морок такой есть, там что, говорит, птичий костюм. Ну там есть такие моменты нормальные вообще. Ну, как бы, с одной стороны, убирать из зала не хотелось уж так сильно. Но вот если в экипаж, ты вообще сидишь там, не дышишь, там, не шевелишься, просто и протекает там, как одна секунда фильм, то здесь как-то... Были моменты, что я сижу, ты тоже было скучно, сидишь, да, минут 10-15 там вообще просто сидишь, ну, чё, где? Я говорю, что когда фильмы, которые должны быть экшеном, начинаются с психологии, там, связаны, то уже совсем всё не то, вообще. Так что вот такой вот был отзыв. Посмотрите, пишите свои комментарии, кто с нами согласен, жду пальчики вверх обязательно, чтобы посмотреть, сколько нас таких похожих на нас. Интересно, когда он появится уже в скачке, потому что такой-то фильм, мне кажется, быстро должны выложить уже его. Кстати, вот интересно, на самом деле, пишите комментарии, почитать, что люди думают. Что думают за экипаж, что думают за падение Лондона, вот за этот, вообще за последние фильмы. Да, он просто сейчас...